Во дворе дома номер 7 по улице Чапаева собрание собственников жилья. В центре обсуждения вопрос установки шлагбаума. Во дворе постоянно паркуются не только жители, но и посетители близлежащих организаций, что доставляет неудобства. У нас достаточно проблемный двор, 7 подъездов, своих машин полно. После того, как перекрыли проезд к улице Кирова, у нас двор стал просто проездным. Детям было страшно вот гулять, бегать по двору, потому что машины, кто объезжает пробку, кто едет в сторону других улиц, кто просто паркуется, потому что это удобно. Содействие в получении разрешения на установку оказал депутат муниципального совета Валентин Герасимов по просьбе старшего по дому Сергея Чистякова. Что касается сегодняшней встречи, это давно уже накипело, и давно жители просят помочь им по установке шлагбаума. Поэтому, безусловно, мы связались с АТО, с руководителями. Сейчас разрешительные документы получены. Далее предстоит большая работа по выбору подрядчика на установку шлагбаума, а также сбор средств. Жители дома проявляют самое активное участие в обсуждении и решении вопроса. Вы знаете, у нас на протяжении уже 2-3 лет вопрос стоял по поводу парковочных мест. Мы подали заявление в администрацию, мы делали голосовое собрание. И вот мы все проголосовали, и вот на протяжении, где-то, наверное, около 8 месяцев нам дали разрешение. Мы очень благодарны Валентину Васильевичу, администрации. Депутаты муниципального совета Химок получают от жителей много предложений по улучшению инфраструктуры и делают все возможное, чтобы они были реализованы. Такая система взаимодействия налажена по распоряжению главы Дмитрия Волошина. Она отражает принцип, озвученный губернатором Андреем Воробьевым. В центре внимания всех обслуживающих организаций всегда должен быть житель и его комфорт. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.